Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то у нас выходит ролик по Sussex. Почему не было так долго роликов? Потому что в Steam нету обновления. А 11 сезон с багами меня не слышно в Steam. Я чисто записываю ролики через Steam. В игре с Play Market, то есть через эмулятор, у меня какая-то ошибка, когда... Ну не ошибка, такие баги, знаете, когда нажимаешь убить, он двигается как-то криво, бежит вниз. Короче, я через эмулятор, получается, записывать не могу. Только через Steam. Я жду, когда выйдет в Steam, и мы начнем, конечно же, пилить ролики. Итак, ребятки, сегодня так чисто записал код автора. Не забывайте, проверьте, чтобы у вас в магазине был код автора Черик. Это очень важно, вы поддерживаете меня как автора, и за это вам огромное спасибо. Сегодня мы посмотрим на этот новенький сезон. Это у нас 12 сезон. Давайте посмотрим, что тут за персонаж. Вот, мы можем даже посмотреть награды. Вот, купить золотой пропуск. Платье, это удочка какая-то. Мистер Козлов купил платье ресторан, и она стала его личным шеф-поваром. Ее фирменное блюдо фугу. Если приготовить его неправильно, оно может стать смертельным. Короче, уточка платье. Ну, конечно, да, мы можем посмотреть по наградам. Давайте быстренько пересмотрим. Посмотрим геймплей, пробежимся чуть-чуть, посмотрим, как она бегает, что там вообще происходит. О, вот это крутой скинчик, такой я бы взял себе. Так, тут какое-то копье, серп. Вот этот вообще динамический какой-то. Вот, ну вот и вот такие вот мелкие мне не нравятся. Типа вот эти ножи, что-то типа такого. Вот это, ну еще более-менее нормально. Вот, тут у нас какие-то парики, шлем есть, да? Вот, о, эльфик, да? Эльфический воин, круто. Вот это тоже интересненькое. Вот, ну и пошло, поехало все тоже. Ну ладно, давайте покупаем нашу удочку. Откройте золото. Золотой пропуск, 240 кристаллов, конечно же, поехали. Поехали посмотрим, что же у нас за удочка. Я чисто так хочу пробежаться, посмотреть. Ну вот, главное, чтобы вышла обновка в Стиме, ребят. Когда выйдет, я думаю, пофиксят этот баг, который я никого не слышу. Меня слышат, я никого не слышу. Вот не знаю почему, у всех так в Стиме, но они что-то не фиксят. Платье прибывает на сцену, отлично. Ну вот, забираем нашу уточку. Открыть награду. Так, перейдите с первого уровня. Мы можем даже так. Ну, конечно, с первого уровня на второй за 60 перепрыгивать это очень долго. Вот, но... А мы можем на 50 и сразу посмотреть, сколько будет стоить? 3200. Покупаем. Покупаем, ребят. Забираем все награды. Тут у нас что выпадает? Что-то, какой-то скинчик, да, на... Кейли, понял, Кейли космонавтик, я, конечно, не выполню все задания, вот, но мы по чуть-чуть откроем. Давайте сегодня чисто купил весь сезон и открыл 50 все уровни, вот, чисто все равно кристальчики разрабы мне дают на тест, посмотреть, купить что-то, продемонстрировать вам, вот, я для вас и куплю, и посмотрим, заодно посмотрим. Здесь случайный билет выпадает у нас, хорошо. Ну, я жду, конечно же, гребаную обнову в Steam. Не знаю, кто играет через Steam. Напишите мне, пожалуйста, у вас есть такое, что ты никого не слышишь, тебя слышат, а именно я не могу никого услышать. Просто нету звука. Вот какой-то баг со звуком. Из-за этого я не выпускал гребаные ролики. Вот, я бы, конечно, поиграл с подписчиками с Телеграма. Ну, если сразу обновится, вот на днях, я думаю, что обновится. Вот, и я обязательно сразу в Телеграм скидываю код комнаты, и мы с подписчиками играем. Кому интересно, ссылочка в описании, заходите в Телеграм-канал, ребят. Ну, давайте смотреть, что тут за награды. Такое именно платье, кинжал шутника, ничего себе платье. Вот, прикольно. Давай, карточки, которые вообще никому не нужны. Алмазы 25, там сколько? 61 алмаз, да, отдают. То есть сезон стоит 240, а так 180 где-то получится. Ну, что сказать, я скажу нормально. В принципе, 180 кристаллов получится. Ну вот, вы можете вот эти 60 кристаллов использовать, например, на следующий сезон. Ну вот, так что будем пробовать. Так, давайте посмотрим, что это такое утенок. Вы открыли платье, резиновая уточка. Ну, в принципе, прикольно. Но если бы это... О, вот этот мне нравится. Ой-ой-ой, давай его. Эпический скинчик. Давай посмотрим. Давай. Блин, на фазе выпал. Ну, он классный. Классный, ребят. Классный, но жалко, что на фазе. Я бы забрал его вот на нового персонажа. Было бы круто. Так, тут у нас что? Тут у нас случайный скин. Давай посмотрим. Ух ты, прикольно, Джек. Пряничный человек. Прикольно смотрится, очень красиво. Классно. Давай заберем серп, который мне не нравится.
не нравится вообще никак. Это вообще на так выпало. Хопеш. Хопеш называется. Далее давай смотреть. Эпический король. Давайте, пожалуйста, на платье. Ну, на платье, платье. Ой-ой-ой, красиво она, мило. Ну, только как-то голова криво. Видите, вот чуть-чуть розовое видно. Ну, что-то не состыковочка какая-то. Опять случайный скин. Давай посмотрим. Что же здесь? О, класс, Люси, как будто какой-то робот. Ну, этот космический уже у нас был. Вот. Главное то, что мы сейчас заберем это все, и у нас все это будет. Раньше почему-то я не мог купить эти все награды, почему-то я не знаю почему. Но сейчас опять можно купить, хорошо. Так, тут у нас случайный обычный скинчик. Ну, это рандомного, давайте, любого. Ну, вот такая вот, как будто какой-то ходок упал на голову. Краб какой-то, фу, галимый скин, вообще не нравится. Вот это интересненький, давай посмотрим. Обычный, конечно, он называется, но будет видно. Ой-ой-ой-ой-ой, класс, Скелли. Красивый, да? Красивый, мне очень нравится, класс. Так, тут что у нас, давай смотреть. Тут у нас такой вот слоник, Фрэнк. Высокий клинок. Клинок до одного места. Кристальчики на базу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Затарились. Хорошо, смотрим дальше. Так, карточки. Тут у нас обычный опять скинчик. Обычный. Блин, почему нельзя забрать все сразу? Взять все, нажать. Воу-воу-воу-воу. Волшебный сапфир. Сапфир. Во, вот это классный тоже, обычный. Видите, обычные скины даже мне нравятся. Не знаю, как вам. Вы напишите в комментарии. Ну, на Джека ладно. Ну, не очень на Джека идет оно. Ну, хотя можно поиграть. Напишите, какой вам больше всего понравился скин с 12 сезона. Абсолютно все. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, сейчас мы быстренько алмазики получим еще. Так, хорошо. Давай еще поехали. Поехали. Так, вы открыли Мона. Высокий клинок. Клыночек. О, еще такой скин будет. Смотри. Ну, это робот какой-то. Огромный робот. Люси. Нет, не катит. Тут у нас еще обычный секретный персонаж. Типа у меня практически все персонажи открыты, но она дает скин. Вау, вот это дружище чужой. Интересный дружище чужой. Ладно, поехали. Еще гоблин у нас будет. Заберем, сейчас посмотрим на кого. Прикольно то, что дают такие же скины, да, но на других уже персонажей. Это как-то интересно. Вот этот скинчик, пожалуйста, дайте на какого-то красивого персонажа. Ну, Яра, в принципе, смотрится. В принципе, да, неплохо. Так, хорошо, тут у нас есть карточка еще раз, тут еще редкий случайный скин. Скинов очень много скинов. Ну, давай, борода, маленькое НЛО. Ну, что это за скин? Ну, зачем он нужен? Вообще какая-то дичь. Карточки эти гребаные. Так, эпические, да? Может быть, сейчас зайдем в Телеграм? Сейчас я быстренько закину. Ой-ой-ой. Вы открыли Олли. Олли, красивый король скорпиона. Вот это красиво. Ну, уши немножко мешают. Уши чуть-чуть такое, знаете. Уши не фонтан. Так. Давай пойдем дальше. Что у нас здесь? Вы открыли Люси. Гуны Гивир. Ну, такое себе. Кристальчики опять забираем. Вот. Кристальчики нормально сыпят здесь. Неплохо. Вот это тоже неплохой скинчик. Вот, уже третий или второй? Нет, не нравится. На Заке он не идет. Вот, и еще один будет, и потом еще две строки. Сейчас заберем. Опа, давай. Что у нас будет за персонаж? Блин, Джамал. Почему на Джамала дали? Ну, не катит, на Джамала он не подходит, ребят. Так, здесь что у нас? Здесь у нас будет... О, пират, прикольно, Урсула. Курсар, классный, прикольненький, смотрится неплохо. Так, опять этот скин, смотрите, это уже третий, да, по счету. Это третий скин, третий, он обычный просто идет. Я думал, он какой-то редкий, но он обычный. Ну, вот это более-менее мило, неплохо идет. Так, есть, да, есть, хорошо. Теперь, смотрите, что у нас будет. Ну, это тоже обычный получается. О, вот это классно смотрится, Ванда. Геракл. Класс, да? Прикольненький? Ну, такой он. Неплохой, я бы сказал. И сейчас эпический откроем. Эпический самый, знаете, такой дорогой скинчик. Тут билетики. И в конце эпический на 55 уровне. Давай заберем. Все, билетики. И эпический. А ну-ка. О-о-о, что-то очень...
как-то не очень. Ветеран войны. Да блин. Ну какое-то... Вот и все. Вот и все. Купили все, что могли. Ладно, давай что сделаем. Короче, давайте я сейчас телеграм закину. Мы сюда что можем поставить? Вот такое, вот такое. О, вот это серьезный парень. Так, тут ручку. О, кинжалик. Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Смотри, какой красивый. Я хочу еще в магазинчик зайти. В магазинчик, да, на него посмотреть, что у нас есть такое. Кенгуру. Давайте за 10 прокрутим. Может, на него что-то выпадет. Не, на него не выпадает ничего. Ну, тут здесь у нас такое себе. Что у нас тут? Тут у нас опять этот... Понятно, я когда-то на него влупил очень много кристаллов, не хочу. Ну все, ребят, смотрите, что я делаю. Я выбираю его, захожу играть с друзьями, создаю матч. Выбираем, не знаю, давайте особняк, например. Создать матч, Европа. Код вот у нас сейчас появится, да? Вот, код у нас. Я выберу режим, наверное. Бука, командные войны, зеленый свет. Мастер маскировки. Давайте мастер маскировки, например. Вот, мастер... Нет, давайте мы сначала выберем командные войны, чтобы больше человек зашло, да? А потом изменим. Я копирую ссылочку. Этот код, да, скопирован. Код комнаты скопирован в буфер. Заходим на любой видеоролик под моим видео. Нажимаем вот на эту ссылочку. Вас перекидывают в мой телеграм. Тоже нажимаем. Все, ребят, вас перекинуло в мой телеграм-канал. И вот смотрите, я, например, пишу. Так, например, ребят... Нужен, ой, это большое. Например, ребят, нужны люди в Suspect на одну катку для видоса. Все, код пишу, код, вот код. И смотрите, я только нажимаю вот это, отправить. И сейчас, через пару секунд, зайдут ребята. Салам пополам. Ого, очень много заданий, очень много. Итак, идем за тобой. Так. Захожу, я только зашел на твой телеграм. Вот только-только. Только-только и сразу увидел код, да? Да. Вот это повезло. А как вам вообще эта новая уточка? Нормально или не очень? А я ее купил, Я тоже могу доказать, что она у меня есть. А вы код автора Ачерик вводите или нет? Я еще не вел, я быстро введу, потому что ты просто забыл, и я думал такой... Черешня. На ПК? Да, я через эмулятор сейчас играю. Не через Steam. Ну, Steam, я же тебе говорю, почему я не снимал ролики, потому что в Steam нету звука у меня. Да не, зачем? Ну зачем ты это сделал, смотрите, брат? Мы же хотели не находить труп. Ребят, смотрите, там Мила, получается, бежала к нам после того, как мы стояли. Или может сам репорт был. Нет, это Дюк говорит, типа, труп. А Дюк? Я что был с Ларри Черешненькой. Ну ладно, давайте пока пропустим, я, да. Я увидел на книжке труп. Давайте скип. Кстати. На библиотеке, но это Дюк говорит типа, о, труп. Труп. Может быть Черешня. Да, Черешня только что бегал. Нет, Черешня с нами была, ты что офигел. Ребят, у Черешни может быть карточка, вот в этом будет. Да я вам сразу говорю, что я не убийца. Черешня, он не такая крыса, как некоторые остальные ютуберы, они всегда берут сразу карточку. Ну, в отличие от Риза. Ну, нет, вообще-то, нет, подожди. Топчик и Риз, они не всегда. Димон, давай. Риз на втором месте на Черешне. Я Черешню смотрю уже месяца три, наверное. Риза 3, Риза 4. Я думаю, выйдет обнова, пофиксят звук, я буду больше снимать по Саксписи, потому что... Черешечка. А ты помнишь, когда у тебя еще скинов не было? Помнишь, у тебя был только на Милу был скин этот, как его, редкий такой, вот этот, Чарли Чаплин? Наверное. Ладно, пойдем. У тебя был... Нет, пролистай старые ролики. Ну, это нужно листать очень долго, там около 100 роликов у меня. Черешня, ты это в YouTube выложишь?
Что-что? Ты это в YouTube выложишь? Ну да. О, какой ты хороший, YouTube, привет все пацаны, привет, кто подписан, а кто не подписан, то тому, кто должен подписаться. А кто не подпишется, кто не подписан, тот чебурек. Да, кто не подписан, мы тех завяжем. Тихо, дай сказать, Мила, дай сказать, Мила. А ну тихо, Мила, а зачем ты нажал? Тихо. Зачем? Мила сливает нам катку, фу-фу-фу, как плохо. Все, выкидываем Милу. Она, наверное, печатает. Да, а, подожди, 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 он напечатал. Я случайно его нажал. Блин, ну ладно, пропускайте. Кто инспектор? Кто инспектор, ребят, кто инспектор? Окей. Не надо говорить. Надо. Ребята, когда вы нашли труп, вы не репортите, мы должны подумать в центре. Господи, не тупите вы, а. У Дона вот она вот эта вот тогда так вот. Да. Нет, вот кто не подпишется на канал, тот просто вот мы их заставим. Короче, у меня этот. Я недавно сидел, играл в Suspect, и тут на игра, и тут на через пару минут я убийца с первой каточки сразу с утра начинаю убийцей быть. Тут это говорят, это Ларри, потому что у Ларри, типа, Ларри, когда покупаешь, тебе три карточки убить, поэтому это Ларри, кикаем Ларри. Не, это не Ларри, это не Ларри. Ну, мне то же самое. Я, короче, купил новый пас. Я его уже весь скупил. И знаете, что произошло? Я, короче, играю с очень дорогим скином. Мне как раз выпал этот. Повар и еще там некоторые. Я захожу в катку, они такие: ребята, вот уже предатель будет. Походу. Не, я гость. Да, можете не видеть. А где Мила? Вы видели Мила или нет? Не видели. Где-то Мила бегает, непонятно. Мне кажется, это Мила все-таки. О! А вот почему? Подозрения какие? На Мила? Да ладно, подозрительный. Вот тогда будет еще один труп, тогда мы и поймем. Он почему-то подозрительный. Пожалуйста. Ну подожди ты. Мила. Милки Вей, ты где? Милки Вей. Опа, я сделал, ура, я пересел это задание, чтобы паспорт. Так, ну что, я сделал задание, давайте охотиться на Мила, где он делся? Кстати, черешня, это обрати внимание, какие ноги у лошади. Ребят, Руслан первый 100%, потому что, смотрите, свет выключается, бежит за мной, потом, получается, смотрите, проходит несколько людей, он от меня отстает от машины. Включается, потом, посту, смотри, ты стоишь в расстоянии, где нельзя чинить свет. Это расстояние такое, ты его не чинил. Я тоже не чинил, потому что свалил на тебя. Чел, вот смотри, вот я тебе могу предъявить. Ребят, хорошо. Давай Руслана проверим. Давай, Руслан, подойди ко мне сейчас, я тебя проверю. Опа! Что? Не зря мы уточку защищали. Давайте в центр, все в центр. Ребят, можно вопрос? Конечно. Кто выполнил задание? Я выполнил. Я все выполнил. Я не сделал задание. Я сделал полностью задание с дровами и с бургером. Все, короче, А я недавно только бургер съел и все. А ты где бургер сожрал? А, ну, все, получается, давай, вроде бы бургер, он получается только на улице у Да. А у меня тоже, я тоже на улице с уточкой. Короче, все в центр. Давайте сейчас Руслана проверим. Да ты еще. Я помню. Еще роль, когда ты покупал легендарный скин на дом. Я вампир. Угу. Но это очень давно было. Какие же воспоминания. Ой, так плащ. Нет. Стой, Руслан. Стой. А, это Руслан. Это Руслан, защищаем уточку, защищаем. Ни одному кажется, уточку защищаем, уточку. Руслан,
Это Руслан. Он убил осу. Подожди. Это Ларри. Это вы. Это Луи, это он убил. Руслан, это ты? Признайся. Да, это Русланчик. А, мне одному кажется, или получается, как там это? Короче, у утки как-то ноги странно при походке двигаются. Ну я и говорю, я хотел сказать... Это утка с багами. Вы же знаете, что они выпускают игры с багами. Ой, господи. Особенно тот вчерашний момент, когда я 6 раз подряд перезаходил. Да. Да, у меня прямо игра постоянно багалась, я не мог ни одну секунду нормальной игры провести, приходилось 6 раз перезапускать. Черешня, можно я несколько вопросов задать? Конечно. Почему ты называешь свой канал Черешня ТВ? Потому что, короче, и шел из школы, иду в школы, смотрю Черешня, и думаю, о, не назвать бы мне канал Черешня. Скушал пол Черешни, потом просрался, потом точно назвал канал Черешня. Так. Еще есть вопрос? А, кстати, вот игра, которую ты снимаешь каждый раз, она, ты в нее донатил? Да. А как игра называется? Ну, я не смотрю, конечно, но я только вижу, типа, так левел. Так, в фазе нужно его это забабатить. Так, все, так, значит. Димон, ты зачем убил его? Димон. Ну его. А ну стой. Стой! Сейчас мы тебя проверим. Проверяй этого пупсика. Сейчас. Димон, стой! Димон Пупсик. Я хочу обезвредить. Ты не успел. А где Димон делся? Я успел. Я первый успел. Димон! Беги со скоростью. Давайте за мной. Если Димон меня убьет, значит это он. Так, Боба. Два, три. Димон! Все успели. Димон, давай иди сюда, проверяйся. Да, Димон, где этот Димон делся? Димон! Я не успел до него добежать, он там. Пойдем Димона искать. Он в люк прыгнул, я видел там вроде анимация малепусенькая была в люке. А ну выходи, скотина, алло, выходи. Ладно, идем искать Димона. Беги, у нас сейчас зацарапает. Мила, ты не видел Димона? Я начал смотреть тебя, когда вроде бы ты снял тебе самый первый ролик, это когда вроде бы... Когда же это было? Ну это очень давно было. Это первый ролик по Саспиту. Я начал играть, когда Финн был еще бесплатный, который тоже давался по рандому бесплатный. Ну это очень давно, это еще до первого сезона. Это что такое? Это Димон. Почему? Димон, прощай, ты был хорошим игроком. Что? Потому что я тебя проверил, и у тебя убийство. Да, я еще знал, что ты прыгнул в люк, а потом перешел через люк в лес, пошел в центр, убил... Я в люке не был. Я за все как-то не использовал. Нет, ты пошел в люк, ты перешел наверняка. Я не использовал люк, это было... Это ты. Фокс мы... Не, это Фокс, это Фокс. Это Фокс убил, я видел, это Фокс, 100%. А, Фокс, блин... Чё? А Черешня, ты за кого проголосовал? За Димона. Ну все равно это Димон, потому что Фоксмен был с нами. Боже. Черешня, можно я еще катку будешь, или ты только одну хотел? Ну давайте еще одну и все.
спасибо. Да, какой режим будем выбирать? Ребят, давайте не рейд. Давайте такой же, или мастер маскировки. Не, давайте прятки. Не, давайте бук, потому что черешня 100% будет букой. Да, почему я буду букой? Да, ну я же знаю, что ты, черешня, я же знаю про тебя, потому что ты, когда снимаешь... Давайте зеленый свет. Про буку или типа про прятки ты всегда... А? Или вы не хотите зеленый свет? Не, давай маскировку. Ой, фу. Какой еще раз? Зеленый цвет — это фигня. Командные войны? Да, можно добавить. Да, давай. Все, давайте одну командную войну. А потом еще шепот, давай. Черешня сейчас отлетит, потому что тут нужно убивать, а у меня не работают убийства. Когда я нажимаю убийство, у меня дергается вот так вот. Смотрите, я просто нажимаю убийство, у меня вот так вот персонаж дергается. И если я даже буду бежать прямо, не работает. Видите, из-за этого я не могу на... Ой. Сори, Дона, сори. Из-за этого у меня вот такая хрень. А-а-а, Руслан, понятно. Все, сыграли в бук. Черешня! Да. Что? Это как? Как его убили, алё? Ну как, еще ролик сейчас тут делается, будет он сейчас... Так, ладно, ребят, я пошел монтировать ролик, сейчас буду заливать, заходите на YouTube и смотрите, окей? Мусора не надо. Выйдет обнова в стиме, я буду сразу снимать ролики по Suspects, хорошо? Да, спасибо. Все, давайте, спасибо, кто зашел, спасибо, ребят. Вот так вот, ребятки, мы поиграли. Надеюсь, что обновка выйдет в Стиме очень скоро, и я обновлюсь в Стиме, и будем уже нормально играть. Потому что вы сами видели, как у меня дергается персонаж. Я не могу никак его настроить, управление так не работает. На телефоне нормально, на эмуляторе не работает. Вот, ну вот такие вот дела. Не забывайте обязательно вводить код автора Черик, это очень важно. Вот, ставьте лайки, если хотите продолжения. Ждем обновку и будем бомбить в Suspects. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока.